Приветствую вас, дорогие друзья. Представляю вашему вниманию способ перемещения слоев по фигурной траектории. Создадим новую композицию. Создадим новый слой shape. Добавим фигуру звезды. Добавим заливку. Выберем инструмент создания маски и создадим овальную маску. На слой с фигурой выделим вкладку «Контур маски». Сочетанием клавиш Ctrl+Y выполним команду «Вырезать». В слой Shape в разделе «Трансформация» выделим вкладку «Позиция». На вкладке «Позиция» сочетанием клавиш Ctrl+V выполним команду «Вставить». Выделим слой с фигурой звезды. И сочетанием клавиш Ctrl+D создадим его дубликат. Изменим цвет заливки во втором слое и сдвинем его в панели таймлайн. Переведем оба слоя в режим 3D и применим вращение по оси X на 90 градусов. Создадим слой нулевой объект и переведем его в режим 3D. Сделаем слой нулевой объект родительским для двух слоев с фигурой. Применим вращение по оси X для слоя нулевой объект на минус 90 градусов. Теперь можно добавить в композицию любой слой, вокруг которого по заданной траектории будут вращаться созданные фигуры.